Здравствуйте, друзья! Для начала я представлюсь. Меня зовут Артур, Артур Григорян. И вот уже прошло 14 месяцев, из которых ровно год я был клиентом компании, прекрасной компании, замечательной просто компании Алиам. Что изменилось вот за эти 12 месяцев? Собственно говоря, в моей жизни изменилось абсолютно все. Я такое чувство, что как бы родился заново, потому что до того как я обратился в компанию Алиам, у меня, как бы правильно выразиться, было такое состояние. В общем, жил я в полумраке. Не скажу, что всю жизнь до обращения я жил в полумраке. До определенного периода у меня было все нормально. До того периода, как я начал брать кредиты, вот. Потому что кредиты это зло, наверное. А может и нет. Может быть, я виноват. А может и не виноват. В общем, не знаю, судить точно, наверное, не мне. Ну, в общем, за этот период изменилась моя жизнь. Даже как словами это все не описать. Я жил в полумраке. В таком конкретном полумраке. Все мои мысли были обращены только на то, где бы достать денег, у кого бы занять, где бы занять, чтобы расплатиться по платежкам, заплатить по банкам. Не скажу, знаете, я работаю простым дизайнером, то есть там делаю там визитки, там плакаты, в общем, рисую. В общем, ничего особого, как бы, по зарплате у меня, не скажу, что мало выходило со всеми моими подработками, но, знаете, у меня такая работа, она творческая, и она очень сильно зависит от моего настроения. Если, как бы, до того, как я брал кредиты, у меня в среднем, ну, в месяц выходило, там, ну, худший, у нас все равно такой сезонный такой, сезонная такая работа. Ну, в худшие месяцы у меня где-то выходило 40, а в лучшие бывало даже и под 60. Ну, в общем, ну, в среднем где-то у меня выходило под 50 тысяч. И, ну, может, вы скажете то, что это достаточно, можно жить, но когда, ну, привыкаешь к таким деньгам и требуется, ну, хочется большего, потому что ты уже привык к этим деньгам. И я тогда посчитал то, что можно взять кредиты, как говорят, то, что кто сейчас без кредитов живет, все в кредитах, и в этом как бы нет ничего такого плохого. Вот. Первый кредит, вообще, на самом деле, это была такая смешная история. Первый кредит мне вообще впихнули, можно сказать, чуть ли не на улице, чуть ли не вот эту вот карточку вот на улице меня выхватили, затащили в банк. Уговорили, я не представляю, как так получилось. Наверное, на меня как-то подействовала реклама, которая крутится постоянно по телевизору. В общем, не знаю, так и началась вот эта вот моя кредитная история, которая не очень уж хорошая у меня. Ну, не хочу затягивать ближе к делу, потому что если так рассказывать, то мне понадобится тоже целый год, чтобы рассказать все это, все то, что произошло со мной. Буду краток. В общем, попал я вот в эту кредитную, эту кабалу, или как там ее еще называют, где приходилось брать кредит, чтобы закрывать мои старые кредиты. И постоянная вот эта вот суета, где взять деньги. Я сон даже свой потерял, я нормально не мог спать, потому что только закроешь эту платежку, уже из другого банка начинают звонить и напоминать о том, то, что у тебя уже есть там другие, как бы, обязанности, тоже платить нужно, и там день отдохнешь вроде бы, и опять по новой, и опять вот это вот постоянная вот эта вот история с этим поиском, с этих денег. Собственно, и как я до этого вот говорил, то, что у меня работа такая, то, что все зависит от моего настроя, моей фантазии,
когда все мысли были у меня забиты вот этим вот поиском этих вот денег, у меня не получалось нормально работать, и мои финансы вообще, ну, очень сильно упали, а еще учитывая то, что поначалу вот эти вот платежки съедали ровно половину, если даже не больше. Бывало больше, когда у меня были плохие периоды, платежки вот эти съедали весь мой заработок. А когда у меня дела ухудшились, мне просто начало уже не хватать на жизнь. Я уже не мог, я отчаялся. И это было ужасно. Вот я сейчас вспоминаю и такое чувство, что я опять попадаю в то время, хотя я уже понимаю то, что это все уже позади, то, что меня уже не беспокоят, мне коллекторы не звонят, банки не звонят, от меня отстали. Теперь я могу нормально жить. Ну, иногда вот, когда вот так вот вспоминаю, и у меня вот такая вот тоска начинается. В общем, что я хочу сказать, и, по-моему, я слишком долго это рассказываю. Обратился я в компанию Алиам, к Дмитрию Кузнецову, увидел его видеоролики в интернете. Знаете, вот это вот контекстное, когда там что-то часто в интернете ищешь, там с кредитами, там сразу выскакивают. И вот на YouTube наткнулся на его ролики, как он разговаривает с коллекторами. Честно говоря, я был поражен, потому что так грамотно. Я много чего нового узнал и пытался даже так иногда разговаривать, но где я, где как бы квалифицированные юристы, грамотные юристы. И в общем, мне очень понравилось, как разговаривает, как он отшивает этих коллекторов, этих, просто вот не хочу выражаться грубо, но на самом деле отвратительные люди, отвратительные, просто угрозы шлют и что только не делают, лишь бы житья в общем не дают, а как бы. В общем, обратился я в компанию Алиам, заключил с ними договор на 1 год. Сразу же получил своего личного менеджера, который я имел почти чуть ли не круглосуточный доступ к своему менеджеру. Ну, не круглосуточный, конечно, но в любой момент, когда у меня какие-то вопросы возникали, я сразу же обращался к менеджеру, всегда получал четкие конкретные ответы, потому что на самом деле в компании Алиам работают просто прекрасные, не только просто прекрасные юристы, а понимающие люди. То есть к ним можно обратиться и поговорить, и они тебя поймут. Мне немножко как бы трудно вспоминать то время, поэтому. В общем, я обратился к ним, заключил договор ровно на целый год. И вот с того момента я зажил по-новому, я зажил комфортной жизнью, потому что я, ну, несколько раз общался с основателем компании, с Дмитрием Кузнецовым. Это было так интересно общаться с тем человеком, которого до этого ты смотрел его ролики, а потом уже ты сам, получается, ты его клиент, и вот ты вот с ним общаешься, и уже то, что ты со стороны наблюдал и видел, и думал, как же прекрасно, когда есть такая компания, такой человек, который защищает тебя, и тут уже ты оказываешься на месте этого человека, и это такое чувство защищенности, потому что ты понимаешь то, что ты не просто где-то там у себя дома закрылся, на телефонные звонки не отвечаешь, нет, ты отвечаешь на них, за тебя защищают, разговаривают, объясняют людям, и со временем эти коллекторы, они получили свое, они поняли, кто они. Они поняли то, что я уже не тот человек, которого можно вот так вот быстро запугать, и у меня есть юридическая защита. Дмитрий Кузнецов сделал очень многое для меня. Это защита, в суде были защищены все мои интересы. Между прочим, кстати, да, в договоре прописано, у меня прописано, то, что у меня есть гарантия пожизненная гарантия. Ну, хотя
Знаете, что вот поначалу, когда я вот видел эту пожизненную гарантию, мне показалось то, что ну, это как-то чуть-чуть странно. Ну как вдруг, что если меня всю жизнь будут терроризировать, неужели они меня будут целую всю жизнь меня защищать? Но после первых разговоров я уже понял то, что навряд ли ко мне кто-нибудь потом сунется. И вот уже прошло столько времени, ни звонков, ничего, меня никто не, меня не тревожит. Я чувствую себя комфортно, зажил по-новому. В общем, знаете, я человек верующий, поэтому дай Бог здоровья Дмитрию Кузнецову, всем тем, кто работает в его компании. Огромное ему спасибо от всей души. Я не одинок, я знаю таких, как я, много еще в стране, поэтому я надеюсь, то, что вы многим поможете. Потому что в жизни бывают разные ситуации. Ну, дай Бог вам здоровья, в общем, успехов вам, огромное вам спасибо, огромнейшее вам спасибо. Та сумма, которую я заплатил Дмитрию Кузнецову, это просто ничто по сравнению с тем, то, что я получил взамен. Это чувство защиты. Это несравнимое чувство, и словами как бы не выразить, потому что когда начинаешь думать о том, как бы выразить это словами, то в такой ступор попадаешь. Могу только просто говорить постоянно спасибо, спасибо, желать только всего самого хорошего. Огромное вам спасибо. До свидания.